я же знаю, что ты мой. Не прячь улыбку в телефоне, не убегай от встречи вновь. Пойми, что я твоя. Здравствуйте! Мы рады, что вы нас смотрите. Это мы... Зойкина квартира. Да-да. А мы все ее жители. Но сегодня вы нас не увидите. Да. Тимофей, Анна Алексеевна и Зоя. И Зоя. А мужчины наши на работе. Да, да, они в Москве. Сегодня будний день. Угу. Вот. У нас вот 100 подписчиков. У нас 100 подписчиков. Да, мы... Тимофей предложил выложить... Из конфет циферку 100. Он очень-очень рад. И всем передает, вот смотрите, всем передает вам огромное спасибо за поддержку, за любовь и за то, что вы нас смотрите. Надеюсь, у нас и дальше пойдут дела так же хорошо. Да. Значит, вот мы тут решили немножечко побаловать себя. Да, ну и вас тоже заодно. Да. И выпить за ваше здоровье. Лимонада. Спасибо вам всем большое, что смотрите нас. Дай стаканчик Тимофею. И стаканчик Тимофею. Тимофею налили лимонад в честь такого мини-мини праздника. Да, у нас будет такой. Да. Пусть у нас будет праздник. Пусть будет праздник. И у нас, и у вас. Давай. Ну, тянись, давай. Ура! Спасибо вам всем большое. Да. Смотрите нас. Мы вас любим, обнимаем. Смотрите нас дальше. Да. Вот. Ну, наверное, поговорим еще о чем-нибудь. Не так просто ведь. Ну да. Отметим. Ой, немножко погас экран. Ну, ничего, ничего страшного. Да. Вот. Ну, наверное, нас смотрят и те люди, которые нас совершенно не знают. А вот эту заставку поет Зоя сама. Многие там писали ей, спрашивали, а кто это играет, кто это поет. Ну, играет Зоя и поет Зоя. Ну, это такое домашнее пение. Ну да, для себя. Без претензий на что-то. Нет, конечно, без претензий. Да. Вот, у нас вообще в семье любят на какие-то праздники Игорь Борисович попеть. Да, так что это у меня с детства такая привычка. Такая привычка. И бабушка тоже поет. Да, бабушка Валя тоже любит петь. Бабушка Валя поет, да. Ну, в общем, мы все, вся наша родня, да. Да, и вот брат мой, он на гитаре очень здорово играл. Да. Очень хорошо он играл, он молодец вообще. Вот, но вот петь он не очень, а вот мой муж Игорь, они ровесники с моим братом, и вот всегда, когда мы собирались раньше, Володя играл, а Игорь пел, и такие всякие прикольные песенки. Ну, в общем, мы это любим, хотя у меня голоса нет и нет слуха. Но слушать мама любит. А слушать я люблю, да. Да. Слушать я люблю. Поэтому мама все время требует, чтобы я пела. Она просто очень давно не играла на гитаре. Да, так что... Очень давно не пела. Ну, ничего. Ну, ничего, да. Да, а в детстве, я уж не помню, во сколько лет-то ты начала? Ой, лет в 12, наверное. Лет 12, в 12 да, лет. Дедушка. Бабушка решилась. Меня, я так просила ее отдать мне в музыкальную школу, но как-то не сложилось. Ну, как-то не сложилось. Да, ее, в общем, ее переубедили, переуговорили. Хотя, в общем-то, можно хотя было. Хотя у нас да. рядом музыкальная школа. И музыкальная школа была рядом. Ну, ладно. И я так вот помню, я... Дорогая моя Инга, я тебя так завидовала, я рыдала, когда ты играла на фортепиано. Да, это наша соседка, она жила под нами, она каждый день... Вот, а она рыдала от того, что ее заставляют играть. Она каждый день играла на пианино, да. Да, а я страдала от того, что мне не купили фортепиано. Ну, у Инги мама актриса, и сама здорово играла на гитаре и пела. Ну, да. И поэтому Инге сам Бог велел. Инга сейчас, по-моему, тоже актриса, насколько я понимаю, да, она закончила театральный институт. И прекрасно она поет, и вообще выглядит здорово. Инга, я смотрела Инга, твои блоки, чудо. Ты замечательная. Мы восхищаемся тобой, девчонка. Да. Классная. Да. И детки у нее замечательные. Да. Так что, вот так. Ну, а дедушка, мой папа, он каждый день, Зоечку, он к тому времени уже
ушел в отставку, и он каждый день Зоечку за руку водил. Ну, по-моему, каждый день или через день как-то там ходила. Угу, через день я ходила в Дом пионеров. Это он, я водил, как он ее не отпускал, и, по-моему, до 14 лет он ее водил. И в 14 лет уже она стала сама как-то ходить. Сама, да, это называется сама. Ну, ладно. Ну, не важно. Да. В общем, ну, всегда находились кавалеры, которые готовы были поднести гитару. Ну, это нормально. Вот. Ну, о чем бы еще поговорить, я не знаю. Как-то нам мало вопросов задают. Ну, наверное, вот... Ну, наверное, может быть, про Зою рассказать надо. Зоя, она вообще коренная москвичка. Что такое коренная москвичка? Ну, это когда родственники все, в общем-то... Я по маминой линии, я вообще там в шестом поколении, по-моему, москвичка. Вот, то есть мамины родственники все там родились в Москве. Вот. Ну, папа вот мой, он, например, жил-то в его родители жили в Москве, но поскольку первый ребенок у них умер от того, что было голодно после революции, то дедушка отвез свою, значит, жену вот в деревню на молоко, и там вот папа родился. Вот, но вообще-то вот проживали они в Москве, поэтому как вот считать это? Ну и, в общем-то, коренные мы жители. Москвичка, да. И родилась я в Москве, и выросла я в Москве. Да. Да, ну просто папа учился у нас 3 года в Ленинграде, поэтому мы жили в Ленинграде, потом и жили в Улан-Баторе, да. Улан-Батор. Весело там было. Да, а потом уже перед школой, где-то за полгода, да, Зоенька? Угу. Зоя приехала в Москву, и с первого класса, она здесь пошла вот в первый класс, Зоя уже Москву не покидала. И с первого по... У тебя 11 было или 10 классов? 11. 11. Уже было 11. Уже было 11, да. Но как-то у них там чудно это было очень. А год мы пропустили, 4 класс. Да, как-то у них год был пропущен. Мы с 3-го перепрыгнули сразу в 5-й. И она все это закончила в одной школе. Угу. Вот, хотя мы там и квартиру получили, и очень уговаривали Зою перейти вот в эту новую школу. Ну, она вот очень постоянный человек и никак не захотела... Приводила разные поводы. Да, общем, я свои позиции не сдала. Да, свои позиции не сдала, и она закончила вот эту школу первого, 10 класс. Ну, что еще про Зою рассказать? Зоя закончила институт. Как институт твой назывался? Экономики, менеджмента и права. И права, да. Зоя закончила институт, у нее высшее образование. В 19 лет Зоя вышла замуж, если кто-то не понял. Да уж. Вот. И сразу, как вышла замуж, через некоторое время решила приобрести себе собачку, потому что... Да, кстати, это была проверка моего мужа на вшивость. Да, это не проверка, у нее была просто мечта. Ну да, мечта собака. Бабушка мне не разрешала собаку заводить. Но у Зои в детстве была очень сильная аллергия, и, в общем, врачи не советовали, и бабушка стойко оберегала нас от этого. Да, бабушка мне завела черепаху. Хотя у нас была собака, и я выросла с собакой. У нас шотландская овчарка была, и у моего папы всю жизнь были собаки, лайки там. То есть мы любим собак. Вот кошек у нас никогда не было, и черепахи у нас были. Но когда Зоя в первом классе училась, дедушка, пожалев Зою, что она мечтает о собаке, он поехал с ней вместе, и вы купили черепаху. И они купили черепаху. Большую такую черепаху, сухопутную, да? Зоя, да, такую, среднеазиатская. Среднеазиатская. Черепаха называется она. Среднеазиатская. И вот они ее привезли, и как-то у нее немножко панцирь сверху был ободран. Mm-hmm. Я говорю, что ж вы такую выбрали? Нет, она самая лучшая, она самая красивая. Я назвала ее Анжела. Да, в общем, Зоя гладила ее по головке, прижимала к груди, заворачивала в тряпочку. Ну, в общем, черепаха у нас прижилась. И говорила, что это моя кровиночка. Говорила, бабушка очень смеялась по этому поводу. Это моя кровиночка, очень ее любила. Я ей сказки читала. Да. Ну, потом Зоя выросла.
И иногда уезжала куда-то отдыхать, все, и черепаху оставляли то бабушке, то папе нашему. В общем, было смешно. Черепаха у нас прожила, вы не поверите. Вот сколько бы вы думали лет, прожила у нас черепаха. Она прожила у нас 27 или 28 лет. 28 лет. И она умерла. И Тимоша уже родился. Зоя уже взрослая была, Тимоша уже родился. А купили Зою в первом классе. И вот представляете, она умерла у меня в квартире. И я Зое позвонила, сказала: Зоя, умерла Анжела. Зоя мне ничего не сказала. Сказала: сейчас пришлю Марата. Мама, надо ее похоронить по-человечески. Я нашла очень красивую коробку, завернула ее в тряпочку, в общем, как положено. Марат вырыл с дворником ямку, и ее похоронили по-человечески. Зоя плакала. Вот так она любила свою черепаху. Ветеринар удивлялся, что черепаха у нас так долго живет. Он говорит, это очень большая редкость. Ну, потому что она не в террариуме. У нас да, она существовала у нас была тогда в свободном полете. И, в общем-то, и не было, ну, да. Мы когда ездили отдыхать, Зоя ее брала с собой. Она у нас плавала в реке, она ползала по песочку на пляже. Да, Зоя ходила за ней. В общем. Одуванчики. Она очень любила одуванчики, вот эти вот желтенькие, такие классные одуванчики. Выпускали ее погулять. И дедушка, куда бы у нас ни шел, рано по весне уже, как только ехал куда-то за город или еще чего, он собирал одуванчики для Анжелы. Семейное развлечение, да. Одуванчики для Анжелы. Собери Анжелке одуванчики, да. Да. Ну, в общем, и вот поэтому Зоя очень мечтала о собаке, а как-то не получалось. И когда она вышла замуж, она почувствовала себя свободной, и она сразу приобрела себе собаку, которую, той пудель, маленький, Ясечка ее звали. И 3 года вот прошли с этой собачкой. И только потом родился Коля. Вот. Ну, в общем, наш Коля, наш любимый Коленька. Угу. А потом уже, через 10 лет, родился Тимоша. Тимоша сейчас 7 лет. Вот. Ну, я думала, что у нас он уже просто никто очень не высокий родится. У нас мальчик. Да, чтобы вы понимали, Зоечка высокая. У нас все в семье высокие. И Марат, и Коля очень высокий, по-моему, уже перерос. Да, Марат. Папу. Папа перерос Коля, точно. Да, однозначно. Вот, у нас все очень высокие. И Тимоша очень высокий. Он уже закончил 1 класс, будет учиться во 2-м. Хотя ему бы следовало пойти только в 1 класс. Угу. Вот. Но он высокий мальчик, он вот выше своих ровесников. Поэтому мы долго думали и все-таки решили отдать его в школу. Вот по причине роста. Ну, тяжеловато ему училось в 1 классе. Ну, у него такой замечательный педагог, Марина Леонидовна. Да, у нас такая прекрасная учительница. Ой, вот с учителями Тимофею повезло. Повезло, да. Просто повезло. И Тимофей нормально закончил. И, в общем, сейчас мы читаем каждый день, мы стараемся. Ну, что вам еще рассказать про нас? Вот. Более-менее так что-то мы вам рассказали. Ну, мы снимаем наши блоки, наверное, это просто ежедневные такие, как дневник, что ли, нашей жизни небольшой. Может быть, уж не так все мы там показываем, что едим, где спим, но более-менее, более какие-то события значимые Зоя снимает. Сейчас мы на даче. Еще месяц мы тут будем. Угу, да. Мы будем до сентября. До сентября. В сентябре Зоя поедет Дети в Москву. Дети пойдут в школу, мы поедем в свою московскую квартиру. Постепенно они будут доделывать ремонт и обставлять свою новую квартиру. Потому что сейчас они живут в 3-комнатной квартире. А нам не хватает одной комнаты. Не хватает одной комнаты для Тимофея. Потому что когда эту квартиру покупали, Тимофей не планировался. Да, и поэтому сейчас вот в новой квартире 4 комнаты, и там будет комната для Тимоши. Вот, но надо обставить. Сами знаете, какое сейчас время. Не так все это просто, но дети стараются. Вот. Так что смотрите нас. Зоя будет вам рассказывать и про
свою новую квартиру, и как она чего оборудует, как она... Буду тоже выкладывать, что я ей купила, да, для что того, купила, чтобы... и мелочи, и занавесочки, в общем, все там, что Зоя будет показывать, постепенно будет переезжать, будете собирать тоже Зои вещи, смотреть... Сколько у Зои барахла, сколько у Зои... А почему только у Зои? У Марата тоже куча барахла. Сколько у Зои книг и всего. В общем, посмотрите, да. Познакомитесь с Зоей еще ближе, потому что, ну, сейчас мы на даче, и, в общем, ну, на дачу люди как едут, не всю свою жизнь с собой мы возьмешь. Мы в расслабоне, да, да, всю свою жизнь не возьмешь, это точно. Да, мы даже тут кинулись в какое-то видео, Зоя кинулась сделать, а у нас и фотографий на даче нет. Да, все осталось в Москве. Все в Москве. Да, но если у нас будет еще больше подписчиков, ну, как там, у нас не убежал никакой подписчик? Нет, да? Ровно. Мы теперь боимся, что кто-нибудь убежит от нас. Да, не надо от нас убегать. Вот. Но мы надеемся, что только прибавится. Мы так надеемся. Вот. Ну, я не знаю. Зоя моя дочь, я ее люблю, поэтому мне блоки Зоины кажутся интересными. Где-то даже и я там принимаю какое-то участие. Вот. Где-то и дедушка там. Мне-то кажется все это интересным. Ну, а насколько там... Другим людям это интересно. Ну, в общем, каждый выбирает что-то для себя. Ну да, кому что интересно. Но я сама смотрю блогеров. И я даже сама подписалась на некоторых блогеров, которые вот у Зои подписаны. Ну, посмотрела, что-то выбрала для себя интересное. Вот. А я люблю, смотрю. Я, конечно, смотрю многих девочек, которые делают украшения, бусы, там вот это все, рукоделие какое-то. Я очень много таких людей смотрю. Я смотрю Елену Патракову. Да. И многих блогеров. В общем, мы посмотрели просто на время, мы уже столько наболтали. Что, ребята, про мусор. А то, что болтушка Зойка мало. Это Колька выдумал. А болтать-то мне когда? Мне болтать-то некогда. В общем, думаю, что мы закругляемся, ребята. Ладно, ребят, мы закругляемся. Давайте еще. Спасибо. Но я же знаю, что ты мой. Не прячь улыбку в телефоне, не убегай от встречи вновь, пойми, что я твоя.